Друзья, это моя проблема хроническая. Всем привет, я забываю включать микрофоны. Сегодня мы с вами проводим эфир не на Ютубе, а в Телеграме. Так что все комментарии, пожалуйста, пишите. Все вопросы задавайте комментариями под пост, который я анонсировала чуть-чуть повыше. Это видео будет в записи, так что если кто-то сюда заскочил и не может прямо сейчас посмотреть, заходите чуть попозже, я ссылочку предоставлю, и там будет все очень-очень даже удобно. У нас сегодня в гостях просто замечательнейший человек. Я не знаю, я таких мастеров еще не встречала, и, если честно, мне немного лестно, что будем сегодня вот прямо с таким выдающимся человеком общаться. Вы уже видели прекрасные работы, которые я показывала, и я вчера во время беседы узнала, что одну из работ я уже натыкалась на нее в интернете и, скорее всего, натыкалась именно на Пикабу, на моем любимом. Так что давайте с вами встречаем Алексей Панкрат. Кстати, а почему Панкрат? Это такой вопрос на будущее. Так, у нас тут Андрей сообщил, Андрей, это моя великая техподдержка, сообщил, что тебя не слышно. Можешь попробовать повторить еще раз? Так, ты спросила, почему Панкрат? Да. Слышно сейчас? Сейчас вот будем узнавать. А пока настроим все это дело. Первый опыт. Да. Все, слышно. Андрей слышно, да? Дал отмашку. Да. Возвращаемся к теме названия моей творческой мастерской, моего псевдонима «Почему Панкрат?». То есть стиль, в котором я работаю, называется стимпанк, общим словом. Вот. И отсюда, в продолжение данного названия, Панкрат. Вот это такое русское имя, и оно такое... подходящие под мои железки. Мне кажется, вполне себе подходящие, если честно. Да. Я просто сегодня поймала себя на мысли о том, что я везде уже прописываю имя, фамилия и как раз Панкрат, и у тебя, собственно, канал, в котором мы с тобой переписываемся, как раз тоже Панкрат М. И я вот задалась таким вопросом, а почему, оказывается, все настолько легко и просто было? Оказывается, так. Ну, сходу с лету. Это еще из моей юности, да, я очень любил, ну и сейчас люблю панк-рок, вот, и ну, это слово, оно везде, собственно, как я и узнал о существовании этого стиля стимпанк через название, то есть присутствует там слово панк, зашел посмотреть, как бы впечатлился, удивился и стал делать сам. Слушай, это получается, что ты стимпанком увлекаешься уже очень давно, да? Нет, ну, где-то с 2016 года. А, даже так? А, ну, прям серьезно начал делать вещи с 18-го. Ну, то есть 4 года, по сути. И это вот... А до этого ты занимался скульптурой или не очень? Нет, вообще ни скульптурой, ни рисованием, ничем таким я не занимался. Это вот, то есть я занимался всегда чем-то, но по мелочи, по, так сказать, подарок кому-то что-то сделать, там, когда-никогда там что-то воплотить. Но именно все началось именно с выставочного процесса, когда я живу в Красноярском крае, рядом Адыгея.
и был фестиваль адыгейского сыра, и туда позвали со скульптурой. Вот, я это дело попробовал, увидел, что отклик очень большой, населению, как бы народу очень понравилось, и я решил продолжить в этом направлении. В смысле, то есть совсем всего, по факту, ну, 4 года это на самом деле очень мало. И уже такие крутые успехи. Я, если честно, когда писала анонс на тебя, я прямо вспомнила «Игру престолов», вспомнила, как Дейнерис представлялась, были рожденные, там, и все вот это вот перечисление. И я немножечко офигела, откровенно говоря. То есть все вот эти вот титулы, звания были приобретены за эти 4 года, и как-то они массово у тебя получились, или это вот там где-то ты засветился один раз, потом спустя большой промежуток времени второй раз где-то засветился, тебя к этому подтолкнули, или ты сам пошел, как вообще это происходит? Понимаешь, я просто такой человек, когда поступают какие-то предложения, я еще не до конца понимаю, чем это мне чревато, я соглашаюсь. Сначала соглашаюсь, даю себе там день на отказ, вот, если такое возможно. Если день прошел, все, я уже как бы в теме, работаю. То есть многие люди спрашивают, что тебе платят там, за выставки, когда ты там тусишь, вот, что тебе за это платят. Ну, тут человеку, который не в теме, очень бывает сложно объяснить, что наоборот, да, происходит. Художники платят за то, чтобы арендовать территорию где-то в галерее, какое-то событие. Вот. И эта тема, когда ты там работаешь, получается какой-то отклик. То есть приходит пресса, какие-то статьи кто-то пишет, кто-то фото где-то выкладывает, какие-то известные люди у себя публикуют. И оно срабатывает. Я не гнался никогда за прям вот давайте показывайте меня, вот еще давайте, вот снимайте. Это происходит как бы само собой. Главное, что появляться на публике, не стесняться выставлять свои работы. Если они что-то стоят, наверное, будет отклик. Но твои работы просто не могут не влюбить в себя. А мне напомнила лошадь, почему я так на нее сакцентировала внимание. Друзья, мы вчера созванивались, как раз у нас конь, был тест. Конь, заметь. Конь. Точно. Мы вчера созванивались, и я тоже упоминала коня, потому что я его 100% где-то уже видела, и вот как раз, как сказала, я не знаю, с выключенным микрофоном или уже со включенным, что, скорее всего, он проскакивал на пикабу, а я заядлый пикабушник, так что, скорее всего, я там увидела, может, еще где-то натыкалась, но мне сразу он напомнил, может быть, знаешь игру... игра «Сибирь» или «Сиберия», как на самом деле она называется, там есть в самой игре механические автоматы, которые что-то среднее между роботом, что-то среднее между механикой. Тоже это стимпанк, вышло две части каноничные, и что-то новое сейчас выходит. И там в одной из серий были лошади, кони, точнее, которые танцевали. И они очень-очень похожи на твоего коня. Вот прямо по механике, по структуре. Там их с них снимают облицовочку, и они прямо выглядят вот... Как ты до этого догадываешься? Как ты до этого додумываешься? Это ж так круто! Просто глядя на твою работу, переношусь в какой-то свой подростковый возраст, вспоминаю крутейшую игру, приятнейшие эмоции, и понимаю, что если я тогда думала, что такое существует только в игре, то оно есть на самом деле. Вот, вот буквально стоит посмотреть в сторону. По-разному происходит. С конем там, конечно, отдельная история, она такая более глубокая. А в остальном же идеи для творчества, они появляются порой с ровного места. Просто какая-то песня, там, какие-то слова, что-то еще, куда-то вышел в сторону. Вообще эта тема для художников, я ее регулярно озвучиваю, то есть господа художники, да, это вот, кстати, слова Павла Маркайтиса и руководителя арт-отдела музея Эрарта.
Вот. Он говорит, ну, художнику для того, чтобы создать что-то стоящее, нужно как минимум выйти из своей комнаты и куда-то вот сходить, там, что-то там испытать, какие-то эмоции, переживания. То есть бесконечно теребя там мышку компьютера, ну, то есть ничего не придет. То есть это будет какая-то ерунда. А когда человек, ну, путешествие хотя бы, вот, ну, для меня большое значение имеют путешествия. То есть когда я ушел из дома там на 2-3 дня, на 5 еще лучше, вот, встретил новых людей, там, пообщался, просто забыл вот эту бытовуху, вернулся, и тот тупняк, который вот творчески происходит, он отступает, и происходит вот такой процесс творческий на позитиве, на легке, и получается очень здорово и хорошо, и интересно. То есть ты выплескиваешь в свои скульптуры положительные эмоции? Конечно. Потому что в стимпанке, если вот загуглить там стимпанк, там половину картинок, наверное, будут всякие чужие, там, не знаю, хищники вот эти из фильмов, понимаешь, ну, я называю это уроды. Вот, то есть тратить свое время на изготовление уродов, ну, как по мне, не имеет смысла. Вот уродов, там всякого зла у нас вокруг в мире, сами понимаете, очень много. И если ты еще будешь это продолжать генерировать, вообще как бы задача друзей, задача художника поддержать, но не ввести в уныние. То есть если мы все станем друг друга, там, как говорится, унылыми стихами там поддерживать, то ничего хорошего не получится. Поэтому я стараюсь, пусть там лучше ромашки, не знаю, там лютики, цветочки, нежели там чужие какие-то. Ну, как бы я не стесняюсь этого, потому что, как говорится, доказывать кому-то через то, что я такой вот, такой я злой, такой я сильный, вот посмотрите, у меня еще и скульптуры такие, вот сейчас я вас всех запугаю. Нет, нет, это вот, ну, мужчине должно быть за кадром это все. Мне кажется, частенько люди, которые как раз-таки могут вот такие эмоции, как ты перечислил, быть большими, сильными, страшными, пугающими, частенько такие люди, наоборот, показывают себя через творчество с другой стороны. Это уже неоднократно было замечено. А люди, которые, наоборот, не могут быть такими, часто показывают свое творчество как раз как что-то пострашнее, покрупнее, побольше. Забавный тоже такой момент, который я постоянно подмечаю и прям... Не знаю даже, с чем он... Присутствует, да, в жизни такая история. Точнее, я знаю, с чем это связано. Я могу это прокомментировать, но не буду. Не буду, буду молчать. Пусть каждый да, делает. Давайте, да. Пусть они услышат и задумают. Да. Ну, что, ребята, можно по-другому. Вот так. Да-да-да. Геройствовать, вот, в другие истории уходить. Ты заикался так аккуратненько про то, что нужно светиться, нужно показывать себя, нужно ходить на творческие тусовки и не только. Хотела бы немножечко развить эту тему, потому что я на самом деле сама топлю за то, что у нас все точки роста происходят через общение. То есть точки роста как и человека в частности, так и творца, то есть художника, музыканта, скульптора, не знаю, вот всех творцов, всех, кто творит, у них у всех идет точка роста через людей. Либо напрямую, когда мы находим каких-то людей, либо косвенно, когда мы где-то показываемся, где-то нас видят, где-то нас замечают. И вот, соответственно, к тебе вопрос. Как бы ты мог обозвать, во-первых, свои точки роста, какие они у тебя происходили, может быть, ты помнишь какие-то определенные моменты, и как вообще ты дошел до того, что нужно светиться? Очень часто уже боимся. Ну, как я дошел, это просто, я уже говорил, да, это спонтанно произошло. Вот я закончил «Коня», и через 2 недели фестиваль адыгейского сыра, я еду туда, ну, то есть вот как бы сразу. И потом другие предложения, а что это вот, ну, как бы то, что о тусовке. А то, что о людях, я вообще как бы спорту и творчеству благодарен просто с огромными там восклицательными знаками за людей, которые вот через эти моменты приходят. То есть
это, ну, такие подарки, вот, ну, я не называю это, вот, пусть там гонорары и прочее, там, это на втором плане, а на первом месте это люди. Вот. Настолько интересные люди вот, в творческой среде, там, спортсмены. И то есть, ну, я почему говорю и спорт, потому что через спорт тоже у меня, там, ну, это долго рассказывать, там, цепочка такая, как говорится, волшебная происходила, когда и творчество продвигалось через этих людей. То есть люди приходят, они, ну, как-то сами, вот, не знаю, вот, и, ну, Бог посылает, вот, не иначе. Ну, вот оно вот так интересно, что просто я даже выразить не могу. Вот, ну, вот спасибо за людей, которые через это все приходят. Это просто уникальная вещь. А спорт? Спорт, какой спорт? Творчество, туризм. Ну, разные, но дольше всего я занимаюсь бегом, да, ну, то есть это трейл-раннинг, марафонский бег, там, такие вещи. Вот. Люди тоже как бы стержневые, ну, то есть пробежать 42 километра – это сложно. У меня есть друзья, которые 100 километров бегают и больше. Ну, вот. Стоп, стоп, 100 это километров? Какие, вот... Это за какой промежуток времени нужно пробежать? Я от бега просто совсем, ну, далека. Там лимит, по-моему, 12 часов, 12 или 16. Серьезно? Вот. Ну, довольно короткий период времени, да, это не с рюкзаком, а не с палаткой. Это вот прям выбежал, и нужно добежать. Ну, то есть в течение суток, можно сказать. Вот, ну, это отдельная тема для разговора. Ну, это вот, я говорю, настоящие люди... Они вот где-то в этих моментах, которые что-то стоят. Вот спорт, туризм, творчество. Вот, ну, мне с ними интересно, мне с ними комфортно, вот, общаться. Потому что если человек... Вы пробовали вообще дарить подарки человеку, который ничем не увлекается, ничем не занимается? Вот раз, это сложно. Это сложно. Так же и в общении. Да, о чем разговаривать? То же самое и здесь. Ну, какие дела? Я тут Андрею сообщаю, что кот орёт. Точнее, он не орёт, а вежливо сидит и такой мрял под дверью. У меня просто очень много котов, я обожаю котов. Не слышу. Ну, зачем мучить животных? Сейчас может прийти моя собака, московская сторожевая, вот, что-то будет лаять тоже. Ну, что я не смогу ей позвонить и сказать, что ее забрали. Так, мы с тобой остановились на теме о людях. Да. Да, на теме людей. Ты знаешь, лично у меня, наверное, были такие люди, которых я могу отметить как люди, которые меня сподвигли к чему-то, которые вот прям подтолкнули, хотели они этого или не хотели, я не знаю, но у них это получилось. То есть они зацепили что-то во мне такое, либо с кем-то меня познакомили, свели, либо... просто как-то на меня повлияли. Вот я таких людей могу выделить из условно своей биографии и сказать, кто повлиял на творчество. У тебя есть такие люди? На творчество? На творчество, на путь. Ну, нет. Наверное, нет. У меня есть люди, которые прям подсказывают, ну, как что делать. А вот именно воплощение в каких материалах, там, то что, ну, как-то сам я это все, вот, был бы и рад, но я такой немножко твердолобый, что ли, вот, из своих идей у меня всегда очень много, но мало времени на воплощение, когда даже что-то предлагают сделать определенное, я такой, ну, как бы, свое, потом вот, ваше. Это единственное, что... Это же просто восхитительно, когда такое. Вот. Ну, некоторые, может быть, даже, ну, как бы открыто не говорят, может быть, ну, кто-то и обижается на такой подход. Ну, как-то так. Единственное, вот, что из тех случаев, что сейчас вспомнил, это вот история с наградами для кинофестиваля вот, Новороссийска. Там, конечно, ну, так вот, начальник отдела культуры, он как бы предложил, говорит, можно сделать, вернее, нужно сделать награды, вернее, придумать и сделать награды, и кинофестиваль начнется через 2 недели. Вот за это время нужно придумать концепцию и вот материалы, все, готовые работы должны уже быть там через 2 недели.
Ну, я опять же сказал «да», и потом забыл, что такое сон. Но зато получилось очень здорово и круто, всем понравилось. И мне в первую очередь, ну, вообще там такой событийный ряд прям фантастический тоже произошел. То есть это был первый кинофестиваль, его только учредили, и главный приз достался фильму «Блокадный дневник». Он про события Второй мировой войны во время блокады. Вот. И там такой момент, везли хлеб, в общем, для детей, для детского дома. Там на этом сюжет был построен. И суть в том, что мой родной дед, он как раз-таки вот во время блокады был воспитанником детского дома в Ленинграде, который не эвакуировали. Вот. Ну, то есть вот эти вот все моменты, я когда увидел, ну, вообще как бы это все, у меня прям мурашки по телу прошли, что так вот, что я каким-то образом даже память деда вот отметил этими работами. Ты знаешь, оно, мне кажется, всегда так получается. То есть ты идешь, делаешь что-то одно, а потом там разворачивается целая огромная цепочка. Очень круто, когда такое происходит, на мой взгляд, потому что это говорит, что ты явно сделал что-то то, что должен был ровно тогда, когда ты это должен был сделать. Да, это понимаешь. Вот в такие моменты ты это осознаешь вполне реально. Да, для меня это тоже очень значимо. И, ну, как говорится, для того, чтобы художнику продолжать работать, ну, важны эмоции людей, то есть отклик зрителя на выставках. Это, ну, пусть кто бы что ни говорил, по сути, художник это и делает для того, чтобы увидеть, насколько он востребован, насколько его работы вызывают эмоции или нет. Вот золотые мне вот всегда слова. Приятно. Золотые слова, прямо я их вынесу отдельно в цитату. Я вот как раз тоже занимаюсь сейчас периодически деятельностью такой, которая подталкивает людей быть открытыми, откровенными самим собой, потому что у нас в обществе не очень принято говорить, что вот я хочу, чтобы мои там картины были увидены, чтобы они вызывали эмоции, я хочу вот этого всего. У нас, наоборот, так скромненько люди говорят, ну, я там рисую, вот там иногда выставляюсь. Для себя. Да, вот эту фразу вообще обожаю. Вообще обожаю. В стол. Вот эта фраза вообще, это то, что... Стол. Да. Мне ничего не нужно, я рисую в стол. Ну, тогда у меня отмазка другая. Мне сложно в стол работать, потому что вот оно очень большое, объемное, тяжелое. Вот, и приходится поэтому вот выставлять и куда-то их сплавлять, чтобы не захламить все до конца в доме. А у тебя, наверное, сейчас своя мастерская есть. То есть ты где-то работаешь, не арендуешь, а именно у себя. Да, вот мастерская, она тоже тут чудесным образом появилась. Я ее, по сути, у семьи отжал. Вот мы строили там для других целей помещение. Вот. Но оно просторное, там 250 квадратов, вот, большая мастерская. Я просто сказал, нет, это будет мое, все, я не буду вам мешать больше нигде, там, в гаражах, там, пилить, сверлить, соседей нервировать. Все, мастерская у меня будет своя. И это, на самом деле, очень здорово и удобно, потому что над чем-то большим, чтобы работать, должно быть большое помещение. У меня сейчас там в работе висит дракон 6x6 метров вот, размером. Ну, то есть где-то в гараже это не сделаешь. Солидный размер. На улице тоже. 6x6. Да, ну, он еще долго над ним работать. Вот. Но, тем не менее, есть возможность. А в среднем сколько у тебя одна работа занимает времени? Или это всегда по-разному? Это зависит от того, насколько много у меня свободного времени. То есть это не, ну, вообще творчество – это не основной мой род деятельности. Я больше там, ну, как же, зарабатываю сельским хозяйством. Вот. А творчество это уже как бы такой релакс, отдых, то есть трудовой отдых, назовем так. Получается, ты прямо практически коллега из смежной отрасли. Я инженер лесного хозяйства. Да. Вот, и ты, я смотрю, не в лесу. Нет, я оттуда ушла, я проработала
с 18 лет, там, по-моему, лет 10 это получается. И я устала. Я просто устала от этого. Не то, что сложная работа, монотонная. Ну, наверное, да. Когда была хотя в лесах, вот было отец... интереснее. Скажу так. Но в лесах я уже давно не была. Мой отец просто, вот да, он ветеран лесного хозяйства. Он работал в лесу все время. Ему до сих пор он всегда это вспоминает. Добрым, теплым словом. Многое через него я узнал о лесах, о том, как вот эти вот квартальные столбы, как они расставлены по лесу, как по ним ориентироваться, как не заблудиться. Вот эти вещи, да, очень полезны. Ну вот когда я такими вещами занималась, это было очень интересно на самом деле. И прямо время прилетало незаметно. У меня до сих пор стоит вот прямо в этой комнате в углу тренога, под ней стоит нивелир, под ней теодолит стоит. Полный комплект. Вот, ну, тут можно прям стилизовать вот эту инсталляцию сделать какую-то с напоминанием о прошлом. Я сразу по-своему просто это увидел. Я периодически комиксы рисовала. Так что, да, я отпечатала тоже. Ты через скульптуру... Уже мы поняли, что ты выплескиваешь положительные эмоции, и при всем при этом это не основной вид деятельности. То есть ты пришел в скульптуру как средство расслабиться, отдохнуть или как что? Ну смотри, вот я делал там мелочи какие-то до 18 года. Я просто вот такое откровение, да, вот эксклюзив так вот сейчас вот расскажу. В 18 году я прям вот с 17 на 18 новогоднюю ночь я заболел. Прям вот новогоднюю ночь. И очень серьезно, как бы, там было такое жесткое лечение, и мне кололи там препараты всевозможные, там, которые используют для лечения там эпилепсии, там, дексаметазон и там прочие там конвулексы. Вот. Суть в том, что, наверное, вот под воздействием этих препаратов, в которых сильнейшие там побочные эффекты, вот, мне один период снился сон, вот каждую ночь один и тот же сон. Вот. Как будто я стою таком в полном вакууме, в темноте, и на меня выбегает конь. Он такой страшный, вообще-то ужасный, такой конь, чуть ли не огонь из ноздрей. И вот он на меня бежит, а я стою и не боюсь его абсолютно. Вот, ну, абсолютно никаких у меня эмоций, страха и ничего такого. И вот он прям ко мне подходит, прям ну, фыркает, вот как нюхает. Вот, а мне вот все равно. И вот этот сон, он, не знаю, там сколько раз мне снился подряд, вот этот конь. Ага. И потом чудесным образом я выздоровел. И когда... То есть в тот период у меня было онемевшее тело пополам, пропала речь полностью. Вот. Потом это все прошло, и я очень рад этому. И это тоже такой значимый момент в выборе вот, времени для творчества. То есть раньше мне было некогда всегда там, ни на что некогда, вот, по большей части. Вот, ни на творчество, ни, там, ни на отдых. Вот. После этого я понял, что ну, мы такие вот творения, что наше это все, вся эта суета может в один миг закончиться, и ты такой будешь думать, елки зеленые, а нафига все это было? Вот, поэтому нужно, не знаю, там, не то, что оставить там след там, или еще что-то, а просто пребывать в положительных эмоциях, а для того, чтобы в них пребывать, нужно уделять себе время тоже. Вот, я уделяю его через творчество, пусть это тоже труд, но я кайфую от этого, мне нравится. Вот. Суть в том, что вот после выздоровления я принялся за коня, то есть это конь, это моя первая скульптура вообще была. Вот. Я его делал, можно сказать, с фотографии, которую вот, по ночам изучил. Вот. Может быть, поэтому он получился такой, так сказать, эмоционально наполненный. С ума сойти. То есть ты, получается, в творчество пришел через достаточно тяжелый период времени. И творчество — это даже можно сказать, что средство твоего излечения. Ну, по крайней мере, души точно. Ну, да. Так, по-честному, да. Потому что
реально оно облегчило все. То есть поначалу я прям после выздоровления еще долго находился в таком состоянии тревоги, да, вдруг вернется. То есть мне врачи говорили, что вообще из этого состояния невозможно выйти. То есть последствия останутся. Ну, последствия как бы остались там, ну, незначительные. Там речь подтраивает, там еще что-нибудь. Вот. Ну, это не мешает мне жить. Но основное все такое негативное, оно, конечно, прошло. Вот. И творчество помогло именно забыть это все. И сейчас я об этом даже не вспоминаю и не люблю вспоминать, потому что, ну, зачем? Прошло, и слава богу. Вот. Ты знаешь, единственное, что... Подожди секунду. Единственное, что оно, вот этот опыт, он как раз-таки укрепил во мне эти вот настроения, что, ну, вообще, в принципе, относиться к своей жизни как к чему-то такому личному, моему, там, еще чего-то, это очень, как говорится, саморазрушительно. Вот, когда человек очень печется над собой, с ним что-нибудь и происходит как раз. Поэтому немножко... Сейчас, одну секунду, я свет включу, но темнее. Друзья, вот который раз искренне удивляюсь, насколько бывают среди творцов вот этот общий какой-то коллективный разум. Я на каждом, мне кажется, эфире подчеркиваю всегда то, что какие-то вот моменты у нас есть общие. Хотя мы забиваемся каждый в свою, условно, там, мастерскую, за стол садятся, куда-то уходят, кто в музыку уходит. И стараются копаться сами. Но мысли при этом у нас у всех плюс-минус в одну сторону идут. Очень часто творчество из нас начинает вырываться в тот момент времени, когда мы либо что-то где-то себе запрещаем, либо куда-то не туда свернули, либо у нас какие-то большие проблемы выскакивают. Я сама в творчество ушла. Не просто так абсолютно. И такая история, она просто не единичная. Кажется, каждый прошел через какую-то какие-то свои внутренние переживания, проблемы, и каждый нашел в творчестве такое универсальное лекарство для своей души и не только. Так же, как и у каждого человека, у каждого творца есть свои амбиции на тему того, чтобы их посмотрели, их увидели, их заметили. Там еще можно ряд перечислять долго, но тоже не буду. Если честно, достаточно удивил ты меня, во-первых, историей тем, что это произошло недавно, то, что ты в скульптуре недавно, и тем, что через, по факту, такие большие неприятности ты смог не то что не сломаться, а еще и красоту в этот мир нести. Потому что от твоих скульптур, опять-таки, не исходит никакой негативной энергии, на них смотришь, они не выглядят ни страшными, ни опасными, они интересные, красивые, они прекрасны. Мне кажется, это не всякий человек может вот с таким мышлением выйти впоследствии и привносить что-то положительное в этот мир. Ты всегда был оптимистом? Да, да, на самом деле всегда. Всегда я был. Ну, потому что я заядлый троечник, да, в школе. Вот, а это люди же такие вот довольно оптимистичные. То есть отличник, он может будет переживать там о тройке, о двойке. С ним может удар случиться там какой-нибудь. А ну, мы троечники, это вот такой, как говорится, кремень. Вот. Ничего нас не проймет. Вот, ну, я просто с детства вспоминаю, да, всякое разное. Меня исключали из школы, там, не взяли в 10 класс, там, сразу, вот, ну, такой вот обалдуй был. Вот, но зато я всегда знаю, что что-нибудь я сделаю такое, что мне поможет продолжать жить нормально. Закалка троечника. Да, не унываю никогда, да. Очень позитивный настрой вообще благотворно влияет на всю жизнь, на любые аспекты жизни и на здоровье в том числе. Уже было неоднократно замечено, уже неоднократно подмечено. Мне кажется, и ученые уже про это тоже много раз говорили, так что молодец так держать. И никогда не связывала. Я не горжусь, конечно, тем, что я такой раздолбай был. Вот. Ну, что было, то было, да.
Я, кстати, никогда не связывала троечников и с позитивным мышлением. А если вот так вот разложить ситуацию, ведь на самом деле самые юморные ребята из класса, самые веселые, добрые, отзывчивые — это были двоечники, троечники у нас всю дорогу. Конечно. Потому что, ну, им нечего терять. Им нечего терять, они уже на все готовы. Да, на отличника может там обидеться учитель, там потом ему там плохую оценку поставить. Ну, а на троечника что, смысл уже там? Чем его напугаешь? Пятеркой. Пятеркой. Да, такой сомнительный будет комплимент. Я просто конец школы заканчивала тоже. Ну, я дико не лазила с преподавателями, и у меня есть дислексия, я из-за этого путаю буквы, я плохо запоминаю фамилии и имена, с отчествами совсем у меня беда, я путаю цифры, у меня в голове ход мысли идет один, а на бумагу я переношу абсолютно другой. И учителя, мне кажется, из-за этого очень сильно злились всегда и думали, что я либо невнимательная, либо специально их так вот по-жёстки, по-детски троллю. Не могу все корректно сделать. Я была тоже троечницей. Да. Я читал твой пост, читал твой пост о дислексии, да. Я прям читал и думаю, у меня, наверное, тоже вот она, ну, в более легкой форме, наверное, присутствовала. А после 18-го года, да, сильнее присутствует. То есть, ну, там 18-19 год я замечал, что я печатаю сообщение вот, в телефоне, и, например, хочу написать «З», а вместо нее там «ще» нажимаю. И как бы это в нем мозгу нормально как бы происходит. Ну, то есть нормально, потом уже перечитываю так, что здесь не так, не меняю. Потом прошло, да, это сейчас чуть-чуть совсем. Вообще, такое восприятие, оно нормально и для обычных людей. Это просто особенность восприятия. Иногда бывает вследствие усталости, вследствие переутомления, каких-нибудь стрессов, может быть. Может быть, по состоянию здоровья тоже. Но у таких людей, как я, это всегда, оно никогда никуда не уходит. И, да, есть небольшие проблемы. Так что, скорее всего, да, ты знаешь, что это такое. Скорее всего, ты даже мог длительный срок времени это испытывать. Надеюсь, что тебя это участь минует, и дальше этого не будет. Сложновато. Не хочу развивать, да, это в себе. Это способность, да. Пожалуй, без этого попроще. Друзья, тут еще есть такая хорошая информация, которую я обязательно хотела вам сообщить. Про Алексея можно узнать у Алисы. И вот я хотела бы немного подробнее узнать про это. Что про тебя знает Алиса такое? И как это получилось? Мне друзья прислали просто вот эту вот запись, как они это проверили. Вот, то есть, Алиса, кто такой Алексей Кашанов? Ну, и она отвечает там конкретно обо мне там историю. Это произошло вот после второй персональной выставки, которая вот в июне была в Краснодарском выставочном зале, краевом выставочном зале изобразительных искусств. Там получилась моя персональная, потом следом наша совместная с группой Art Lumen, тоже в этом же зале. То есть часть моих работ с моей персоналки перекочевала вот на общую с Art Lumen. Тоже была очень интересная выставка, там Алексей Апиш, Александра Демиденко, Саша Душевный, Карпенко Вася. Вот. Очень сильные художники. И это, конечно, то есть на мою персоналку приходило телевидение, потом вот на нашу совместную тоже репортажи были. И это, ну, «Кубань-24», авторские программы, Татьяна Ивлева, Екатерина Славянская. Они выпустили эти программы, и в поисковиках на верхних строчках сразу стало это все. «Пластика стали моя», вот это «Что происходит с миром», совместная выставка. То есть много информации о тебе, когда появляется в поисковиках на верхних строчках, это вот уже уходит туда. Каким-то алгоритмом уже Алиса находит именно тебя. Ну, то есть у меня фамилия редкая, Кашанов.
и скульптура, видимо, все это вместе дало такой результат. Это мне, конечно, тоже очень приятно. Вот, то есть спросить у Алисы, кто такой я, вот, и получить от нее ответ. Наверное, это здорово. Я же говорю, для меня это все. Я уже не то что привык, я не перестаю этому всему удивляться. Особенно, говоришь, в краеведческом музее имени Фелицина сидим, пьем чай в отделе культуры, и там старшие научные сотрудники, профессора, вот, ну, люди такие, короче говоря, ученые. Вот. Я сижу с ними, пью чай, и так вот думаю, блин, вот моя учительница биологии, которая вот с трудом мне там тройку поставила, наверное, и представить не могла, что я когда-то вот буду сидеть в этом кругу и на равных общаться. Это очень здорово, это я не хвалюсь, это вот само собой происходит как-то. Ну классно, классно. Вот. То есть признанные художники, когда говорят тебе, что работы классные, что творчество замечательное, что это... Вообще скульпторов не так много, как художников. Это тоже вот мой бонус какой-то, что я в этом направлении взял. Потому что, ну, в скульптуре легче продвигаться, и тем более она такая не классическая, не обычная. Вот, и это сразу становится заметным. Ну, об этом много говорится, да, что когда есть свой стиль, есть создано что-то новое, тогда это будет замечено быстрее, нежели конкурировать между, ну, то есть вот в академической живописи, да, я думаю, там сложненько было бы. В академической живописи в принципе сложно. То есть там не то, что даже конкуренция, а именно в плане исполнения там тоже достаточно сложно. И да, все-таки конкуренции именно среди скульпторов, наверное, поменьше, потому что из всех скульпторов, которых я знаю, а их всего трое, вот ты как раз третий человек, я всегда про них слышу, что они выставлялись, и о них и репортажи снимают, то есть у них это произошло быстро, легко и звездно. И... Да, это надо признать. Потому что, ну, нас меньше. Да. В разы прям меньше. Да, да, это факт. Тут много факторов. То есть первое, я считаю, то, что у тебя должна быть мастерская просторная. Вот, ну, это первое. Ну, первое, наверное, способности какие-то. Мастерская. Вот. И даже транспортировать это. Да? Я смотрю, когда вот совместные выставки, приходят художники под мышкой, у них три картины, и все, я на выставку. Ну, в моем случае это там транспорт, прицепы, краны, там прочее, третье, десятое. Это очень тяжело и сложно, поэтому я как бы очень редко стал соглашаться на выставки, потому что, ну, такие вот, когда приглашают там, на фестивали какие-нибудь, там еще приезжайте сюда, у нас тут события, там выставите свои скульптуры. Нет, это очень затратно, это и первое по энергии, и по деньгам в том числе, потому что на самом деле грузить и выгружать это очень тяжело. У меня конь весит там, взвешивал, ну, 500 кг весит. Там. Как, ну, маленькая машиночка такая. Да, маленькая машинка, да. Я думаю, ну, аку транспортировать было бы легче на прицепе, нежели коня. Вот, кстати, я тоже хотела этот же вопрос поднять в плане транспортировки, потому что твои же работы все большие, они не то что компактные, кроме той, наверное, которая висит сзади, и то я не уверена, что она очень легкая, ее прям можно вот так вот взять под мышку и с собой... Ну, можно, да, она не очень тяжелая. А, можно? Выглядит прям... Это не очень тяжело. Не, у меня единственная работа – это елка, которую невозможно самому переподнять, перевести. Там нужно, ну, минимум 3-4 человека, ну, 3 даже, нет, 4, чтобы ее поднять. Вот. И я этот опыт учел. Ее можно было сделать сегментами разборными, но как-то так получилось, что я сделал цельной. А остальные работы я все могу перевести сам. То есть и погрузить, и выгрузить, в том числе и коня, и айронмена. Вот.
уже я это учитывал. А последние работы вообще делаю, ну, продумываю так, чтобы и по весу, и по геометрии это... Так, у нас тут немножечко куда-то связь утекла. По сборных элементов. У меня немножечко связь утекла. Утекала. Ага, сейчас нормально? Да, да. Да, что-то высвечивалось. Вот. То, что касается... Показывает низкий уровень связи. Блин, как бы отразилось это. Ничего страшного, сейчас уже нормально. У меня тоже показывало низкий уровень связи. Ну, если что, я еще раз перенаберу или как-то посмотрим. Ну да, надеюсь, что ничего не произойдет. Вот. Это то, что касается вот перевозки. То, что тоже часто меня спрашивают, а как вы это все перевозите? То есть, ну, если использовать прям конкретно краны, ну, это будет совсем очень дорого и напряжно. И не везде можно его подогнать, этот кран, чтобы там выгрузить. Ну, поэтому приходится продумывать момент сразу в процессе изготовления скульптуры, сразу продумывать, как это потом разбирать, собирать. А ты используешь для изготовления скульптур какие-то определенные материалы или это что-то более подручно попадающееся? Я люблю, больше всего я люблю металлолом, то есть это пункты приема металла, ну, во всех городах они существуют, они также и продают, то есть то, что они принимают, они, естественно, и продают, только ну, в два раза дороже. То есть сейчас металл стоит 20 рублей, то по 40 рублей килограмм можно понравившуюся тебе железяку купить. Вот. Я так делаю. То есть вот эти вот, ну, все думают, ой, там в гараже, на помойке там он собирает, там еще где-нибудь. Вот. Ну, не знаю, как-то по помойкам это дело собирать не очень как-то мне хочется. Поэтому еду и покупаю. Плюс еще такие моменты, там, бабушки, ой, у меня там в гараже там столько железяк. Я говорю, ну это отлично. Ну, я когда принимаю, приезжаю на пункт приема металла, там, например, лежит 100 тонн металла. Я оттуда могу выбрать, не знаю, там 100-200 килограмм. Вот. Ну, то есть концентрация тех вещей, которые мне подходят, она не так велика. То есть если у вас там захламлен гараж, это не значит, что мне все пригодится. Ну и тем более тебе может даже минимально не понравиться. Просто что там есть. Да, это я даже не могу объяснить. То есть я прихожу, я же не знаю, что мне пригодится. Я просто покупаю, у меня вот мастерской, не знаю, там сколько, тонн 5, наверное, лежит всякого разного железа. Вот. И я его интуитивно как-то выбираю из металлолома. То есть вот это вот по фактуре, так скажем. Вот фактурная вещь или вот как ее возможно применить или невозможно. Вот. Из этих соображений. У тебя есть какие-то любимые детали? Вот я смотрю, сзади висят пружины, всевозможные рычажочки, всевозможные механизмы, эти... Не знаю, как они называются. Вот что-то... Ну, вот любимые — это все-таки детали двигателя, то есть внутренности двигателя внутреннего сгорания. Вот они такие вот очень фактурные, очень интересные попадаются. Всякие там поршни, коленвалы, распредвалы, вот, опять же, пружины, гайки, не знаю, все, это такой момент. Сельхозтехника, кстати, вот детали сельхозтехники, они очень классные. Они они красивые, они сами по себе очень красивые. Вот, да-да-да, вот они, грубо говоря, там из двух элементов уже можно что-то сделать. Попадаются прям настолько фантастического вида вот вещи, даже не понимаешь, как они там применялись в жизни в их, но вот в моем творчестве они прям заходят. Ну и, конечно, люблю что-то такое, артефакты, назовем так, это вот из советской эпохи, там, когда находишь какую-то детали, на ней маркировка стоит, там 53-й, там 63-й год. Ну вот, ну как бы вот в этой работе здесь блок управления 63-го года с какой-то военной техники, там приборы, датчики. Ну, оно, конечно, добавляет вот, атмосферности этому всему.
А ты же все эти бирочки оставляешь, да? Конечно, это, ну, это изюм, изюм, это изюм. Такие бирочки, даже если просто бирочку найдешь, ее можно куда-нибудь приклеить даже для, сразу, для повышения ценности изделия. Ты знаешь, ты когда сказал про сельхозтехнику, у меня в институте был предмет машины и механизма, как раз по которым мы сельхозтехнику проходили, учились ее чинить, и у нас вся аудитория была заставлена огромными железяками в разрезе, которые мы рисовали, чертили, в которых мы копались, которые нам показывали. Каждый раз, когда я заходила в аудиторию, она была просто сама по себе похожа на выставочный зал. Я в первый раз, когда зашла, вообще челюсть где-то вниз упала. Я ее поднимала долго потом. А так обожала приходить на лекции и просто смотреть вот так вот по сторонам, высматривая, что там стоит. На самом деле очень красивые механизмы, очень красиво это сделано. И еще то, что мне всегда нравилось, они масштабные. То есть если в автомобиле они все-таки более маленькие и скромненькие, то там прям размерище. Да. Так что, наверное, понимаю. Это так и есть. И отчасти вот тоже у нас в школе был такой подпредмет, УПК назывался. То есть учебно-производственный комбинат. Вот мы туда ходили, и вот мы пацанами ходили, значит, на трактора там что-то, с тракторами связано. И тоже вот эти вот в разрезе, да, вот эти вот механизмы все там с красным прокрашенные. Вот эти срезы, все мне так впечатляло, но еще там некоторые вещи вращались, мне это очень нравилось. А первое знакомство со стимпанком, вообще как произошло, у нас в городе, вот в художественной школе, на лестничном марше висела большая такая инсталляция, рыба, собранная, ну, видимо, детьми, там эти гайки, в общем, какие-то болтики, винтики, и вот из них рыба набрана. И так еще такой простой, серебрянкой такой, какой-то краской покрашена. Но мне она так понравилась, ну, именно необычностью своей, там, по исполнению, может быть, были вопросы, а сама идея, как бы, очень мне понравилась. И первое, в принципе, что я сделал в этом стиле, это как раз-таки была тоже рыба. Ну, она причем была такая агрессивная, там эмоция, просто эмоция. Я помню, сидел на работе, был разговор там, о каких-то событиях, и вот после этого разговора у меня прям такое внутренняя какая-то ярость была, что ли, вот прям такое негодование. И я сел на стандартном листе, нарисовал эскиз этой будущей рыбы, просто нарисовал рыбу, которую потом в объеме передал вот уже в эту, ну, как барельеф такой небольшой. То есть там была колючая проволока, цепи, что-то вот еще. Ну, прям. И ее, как говорится, рот, он такой как бы из пил был сделан. То есть она, ну, совсем такая колючка? Да, колючка прям была. Это я вот отступление от того, что я там ромашки, лютики говорил, да? Прорываются иногда, да, прорываются. Но это чистая эмоция. На самом деле это хорошо. Это бесплатная, ну ладно, как бесплатная, это естественная психотерапия. Ты вместо того, чтобы это копить, просто выплеснула это в красивую все равно скульптуру, на которую ты смотришь такой, ой-ой, я ж такие эмоции когда-то пережил. Не, пусть они там будут подальше вне меня. Да. Это да. На самом деле так. Вот. Ну, разное должно быть. Иногда можно позволить себе отступление. Вот. Я, кстати, да, вот, слушай, такой, короче, весь мимимишный, вот. А тут начинаю вспоминать, что у меня, получается, уже три, и это рыбы, все рыбы, ты понимаешь? Вот сейчас только пришло на ум, у меня три рыбы, вообще три изделия, которые такой вот негативной эмоции, и они все рыбы. Вот, три рыбы, ну, это барракуда. Последняя работа, вот, причем у меня персоналка шла, и я сделал, значит, рыбу. И не знаю даже почему, там никаких эмоций там отрицательных, ничего. Просто когда
это отступление было к той первой рыбе, когда у нее морда из пил сделана была. Тут я, а там она была из глины, по-моему, я делал ее. А эту вот мастерской делал, значит, реальные пилы вот из лесного хозяйства по дереву, значит, дисковые, uh-huh. дисковые пилы. Вот у меня их было много разного размера. Я их набрал и вот прям из настоящих пил сделал морду этой пилы. И когда сделал, ну там как бы улыбка не подошла бы просто этой рыбе, пришлось сделать оскал. Вот. Ну она, конечно, интересная получилась, но очень такая прям злюка. Я смотрю, тебя, видимо, рыбы в детстве часто кусали. Что они у тебя все агрессивные? Меня кусали собаки. Вот не раз собаки кусали, рыбы нет. Рыбы как-то нет. Ну, кстати, среди рыб много вот таких пугающих ребят, и даже они немного космические сами по себе. Есть хорошая рыбка, рыба Наполеон, или губан, как ее по-другому называют. У нее на самом деле такие огромные губы. Она размером с маленькую акулу. Выглядит супер пугающе, особенно когда ты проплываешь мимо нее условно, но при этом они очень добрые. То есть она не питается мясом и не питается собратьями своими, никого не кусает. Но среди, да, них есть все-таки и барракуды, и акулы, и вот все вот эти пираньи. Кстати, тоже хищная рыба. Да, и я вот сейчас ты говоришь, а я думаю, почему, да, рыба у меня такая получилась. Это, например, как я это вот себе объясняю сейчас, это не карась, которого я воплотил каким-то там ядовитым, не знаю, хищником, а это вот, ну, настоящих рыб, их много, вот с реальными там оскалами, тоже пиранью возьми, там ее зубы, вот эти вот глубоководные вот эти вот удильщики, они же сами по себе там такие и есть. Поэтому, ну, отмажусь тем, что именно хотел передать реальный вид реальной рыбы. У каждого творца есть свой скелет в шкафу. У тебя это рыба. У меня это маленькие грустные монстрики. В какой-то момент времени я решила... Мне что-то так скверно на душе было, так тоскливо, что я взяла просто планшет и решила на него выплеснуть эти эмоции, не хотела их копить в себе. И у меня получились такие маленькие монстрики, которые похожи больше на каких-то мумитроллей, наверное, у них тоже огромные носы, странные формы. И вот у меня из таких ребят есть демон Василий. Это парень, который приходит и копает на мозги всем, то, что ты ничего, у тебя ничего не выходит, ты вообще оставь свои попытки. У меня есть уныние, изображенное таким же образом, и их целый ряд. То есть я им не горжусь. Ну, хотя нет, я им и горжусь. Эти ребята хорошие. Но тем не менее. В мой мультяшный стиль они как бы тоже не очень сильно подходят, они очень сильно вписываются. Да, видимо, должно быть такое баловство. Да-да-да. Такой немножечко вопрос, наверное, тоже будет с небольшим юморком. В детстве ты любил собирать конструктор? Очень любил. Это из игрушек, это у меня было любимое занятие, на самом деле. Были конструкторы, склеивающиеся, там, скручивающиеся. И я не... К этому конструктору идет инструкция, да, обычно. Вот, uh-huh. Схема там. Соберите вот там маяк, либо машины, там еще что-то. Мне это никогда не было интересно. Я его всегда использовал для того, чтобы собрать что-то там, крокозябру какую-нибудь не из инструкции. Вообще, эти вот вещи, вообще мои отношения с инструкциями, они очень такие неладные. Я их не люблю, всякие вот правила, инструкции, там, следуйте, короче говоря, перечню и списку. Нет. И вот, ну, это для русского человека обычная история, да, когда мы покупаем там, парогенератор, 3 дня с ним бегаем, короче, что-то он делает не так, либо он ломается, либо там работает не в ту сторону, и мы начинаем потом читать инструкцию к нему. Вот. А что это... же там было? Да-да-да, все-таки с чего нужно было начинать? Такая история. Это то, что касается конструкторов. Вообще, я считаю, это для детского
развитие просто необходимые вещи. То есть не мягкие игрушки нужно покупать ребенку, а побольше всякого лего. У меня мой любимый конструктор был как раз железный за счет того, что там были винтики. Господи, как я их любила. Мне само вот это вот движение вкручивания нравилось, а еще там же все вот эти вот инструментики давались. Чем... Да, моторика. Да. Mm-hmm. Обожала прямо. И тоже, кстати, ни разу не смотрела никогда инструкции, у меня все свое собиралось почему-то. Но в этом... Ну, потому что это скукотень. Ну, то есть вот ты увидел картинку того, что ты сейчас сделаешь. Ну, а смысл вообще делать, если это вот уже ты увидел на картинке? А когда ты вот начинаешь там по-своему там шестиколесный мотоцикл там собирать, ну, вот это уже прикольнее, ну, в детстве, я имею в виду. Мне кажется, это во взрослом возрасте тоже весьма прикольно. Да-да-да. Пошел покупать себе там, не знаю, Kia Picanto, ну, и выехал на Mitsubishi Pajero. Это прикольно. У меня не так давно племянница, ну как не так давно, лет этак 10 назад, может быть даже побольше, когда она была совсем маленькая, она очень любила лего. И любила лего именно такие огромные наборы. Один из ее огромных наборов был «Сокол тысячелетия» из «Звездных войн», который, конечно же, маленький ребенок просто не мог в силу возраста собрать полностью сама. И она подходила ко всем взрослым, кто был. В итоге единственный взрослый откликнулась я. Мы с ней собирали этого «Сокола тысячелетия», не знаю, недели, много недель подряд. Не одну неделю. Она прямо настаивала, что нужно вот четко по инструкции. Вот так, а не как иначе. Правильная девчонка выросла на самом-то деле. Выросла, но, да, все-таки? Да, но мы собрали. Хотя она тоже... Она через стихи эмоции свои выплескивает, но стихи все-таки это не алгоритм, а последовательность определенная звуков, слогов, которые ухо воспринимает по-особенному. То есть тут все-таки есть как раз эти правила, и мне кажется, ей очень хорошо это подходит. Да. Ну вот, каждый приходит все равно в творчество, все равно по-своему. Да. Ну, потому что я наблюдаю за людьми и вижу такой момент, что в творчество все равно все приходят, ну, только в разных возрастах. Ну, это известная тема с бабушками, которые начинают там увлекаться, знаю, там, макраме, вязанием и прочими делами, которыми, в принципе, в молодости не горели. Вот поэтому не нужно говорить, что творчество это не мое и вообще не для меня, и я как бы там такой человек технический. Ты знаешь, даже круче. Тут даже еще круче, еще больше. Каждый человек, который существует в любом возрасте, он в любом случае творит. И я это доказывала как раз прямыми эфирами, которые первые выходили. Я звала людей из абсолютно разных отраслей, абсолютно разных специалистов. У меня даже стоматолог был на эфире. И каждый из них считает свою работу творчеством. То есть они находят вот как раз выход именно этим эмоциям в своей работе. И мне кажется, это не то, что удивительно. Мне кажется, человек все равно стремится к прекрасному, так или иначе. А через творчество мы и проявляемся, и создаем что-то. Так что просто в великовозрастном нашем состоянии у нас становится, видимо, больше времени, меньше времени на наше привычное творчество, да, и мы начинаем его замечать. Да. Именно время. А еще, кстати, Стеш, давай проанонсируем для тех, кто нас смотрит, что вот эту штуку в конце эфира мы будем включать. Да. Вот, в подарок для тех, кто дотерпел, выдержал до конца. Вот. Ребята, это то, что я вам как раз говорила про магию вне Хогвартса. У меня почему-то камера отпала немного. Сейчас Андрей придет. Ну, мы, наверное, можем продолжить с тобой говорить. Да, камера отпала. Я тебя вижу хорошо. Да, может быть. Да, давай. Ну, мы тогда будем с тобой общаться. Ты меня видишь, это самое главное. Там ничего страшного в этом не будет.
Прошу понять и простить. Мы обкатываем новую камеру. Вот. Тут... Это вот работа первая такая вот из конкретного стимпанка. То есть у меня там вокруг да около. Думаю, ну вот эталонное что-то же все-таки должно быть у меня, раз я называю свое творчество стимпанком. Вот. И это вот исключительно выдержанное в этом стиле. Называется «Реактор». Там много режимов включения разного света, лампы Эдисона. Ну, такая вот одна из любимых моих работ. Ты в работах часто используешь электронику помимо железок? Или это... Не так давно стал использовать, так скажем. Раньше не использовал. И в первый раз, как попробовал, мне это понравилось, потому что добавляется жизни через электричество. И на выставках очень интересно наблюдать такой момент, особенно дети, да и, в принципе, любые возраста, тумблеры, вот, поклацать тумблерами, повключать, посмотреть на результат, что же загорится. Ну, люди в восторге от этого. Такой коннект со зрителем происходит. Единственное, что сотрудники выставочного зала, смотрители, они, ну, как бы воспитаны так, что тишина должна быть в библиотеке, ничего руками не трогать, все сломаете и не подходите. Вот. Я целую работу проводил на этот счет, на своих персональных выставках. У меня можно трогать все. Все, что сломают, я починю. Значит, если сломали, значит, я сделал некачественно, а не потому, что они там вредители. И вот, пускай трогают, пускай круто. Включают. Как же это круто! Да. И вот, то есть, когда монтировали выставку, там тоже очень это сложно было. То есть, в каждой работе, они же по залу в разных местах раскиданы, и каждую запитать электричеством, ну, было сложновато, но мы это сделали, и все работы, которые должны были включаться и гореть, они были включены, и они работали. И это очень здорово. Зрителю понравилось, оценили наши старания. Вот. Значит, вот эта вот крайняя персоналка, что была в Краснодаре, она такая очень насыщенная, качественная и разнообразная была. Мне самому понравилось то, что и скульптура плюс коня мы не стали затаскивать в сам зал, а поставили его на улице. То же самое, вот администрация выставочного зала, они говорят, могут сломать, могут там граффити художники вот, разрисовать, там какие-нибудь буквы или еще что-то, там баллончиком отломать что-нибудь. Та же самая позиция, я говорю, если сломают, все это ремонтируется, все я починю, пускай стоит. Вот. И было здорово тем, что он стоит на улице, этот конь, он вызывает интерес. И люди видят коня, тут же информацию, и с удовольствием заходят посмотреть уже более другие кона. Свет зачем выключил? Вот. И заходят посмотреть именно уже более распространенно. Получается, ну, реально такая живая реклама. То есть человек видит живая реклама, превьюшку. Идет. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в музей в Питере? Как твои работы туда попали? О, это огромное спасибо коллективу социальной сети ВКонтакте, которые придумали такой конкурс VK Talents, где любой желающий может поучаствовать. То есть там нужно было выложить на своей странице ВКонтакте свою работу с хэштегом VK Talents. И потом жюри этого конкурса, они по хэштегам просматривали работы. Как они говорили, что вот на первый конкурс было около 5000 работ заявлено, а на второй там 7,5. Вот. И из этого вот количества работ они отбирали те, которые им понравились. И наградой как раз-таки была выставка в музее Рарта. Вот. Для меня это первый раз особенно, когда моя работа прошла. Это был такой восторг,
потому что, ну, как бы для художника, который работает в направлении современного искусства, в России это наивысшая точка, где можно выставиться. То есть круче Эрарты в современном искусстве в России нет никого. Вот, и когда твоя работа там, ну, ты уже, короче говоря, супергерой сам для себя. На самом деле, не только сам для себя. Это уровень реально очень хороший. Мне кажется, так или иначе, все хоть частично, но слышали или знают что-то про Эрарту, так что, да. Когда я прочитала это в твоей биографии, я, если честно, и на этом месте тоже слегка выпала в осадок. Потому что здорово. Да. А ты сам туда транспортировал, или это ВКонтакте взяли на себя обязательства по транспортировке? Ну вот, слушай, да. То есть там по условиям конкурса было, что предоставлять туда нужно самостоятельно за свой счет. Вот, а обратную транспортировку они уже сами осуществляют. И еще в подарок дают годовой абонемент на посещение музея. Вот. А моя скульптура, я на своей машине ее вез, у меня там Toyota Alphard была, и он просто большой, больше 2 метра в высоту, Iron Man. Но удалось его погрузить, туда привезти, все. Ну и они как бы они от своих слов не отказались. Конечно, они, наверное, не думали, что такие вещи там будут предоставлять, и когда отбирали, там, может быть, не учли или захотели просто. Вот. Но суть в том, что они полностью договор выполнили без всяких вопросов. То есть, ну, мои скульптуры все, они в арт-центре «Бронзовая лошадь» в Краснодаре как бы выставляются и хранятся не дома. Все, что я делаю, арт-центр «Бронзовая лошадь» принимает у себя в постоянную экспозицию. И он там стоял. То есть по окончанию конкурса они каким-то специальным сервисом эту скульптуру привезли, краном выгрузили, все за свой счет, как бы ничего мне это не стоило. Я, конечно, думал, что мне все-таки что-то скажут, оплачивают. Но нет, это абсолютно все за счет ВКонтакте. Вот. Второй раз, когда на следующий год, в прошлом году был такой же конкурс, тоже я прошел с другой работой, уже гораздо меньше. Но там, видимо, юристы уже все это дело учли, и там договор был четко прописан, вес, размеры у всех работ, кто как что привозит, как увозится. Уже там немножко, ну, как бы по-правильному было. Вот. Работа таких габаритов, транспортировка, это прям дорого. Ну, это я представляю, что это. Ну, то, что я, когда нужно было туда отвозить ее, я узнавал. Ну, во-первых, многие перевозчики не хотят связываться со скульптурой, вообще с предметами искусства. А те, которые связывались, ну, мне проще было, в 2 раза дешевле было ее самому отвезти Санкт-Петербург, нежели воспользоваться этой услугой кого-то. Ну, то есть там около там, под 100 тысяч выходило, короче говоря, только доставка в одну сторону. Вот. Ну, и так как я не был до этого момента в Эрарте, и как бы открытие выставки и все дела, решил, что будет выгоднее мне со всех сторон отвезти ее самостоятельно и побывать на открытии. Ну, единственное, что с администрацией договорились о том, чтобы не заранее предоставлять, как положено, работы, а уже непосредственно перед началом выставки. Вот. Ну, это очень круто. Они абсолютно адекватные, вообще культурные люди и ВКонтакте, и Эрарта. Просто вот все так по-человечески, что впечатления самые положительные от сотрудничества. Если честно, тоже видела вот эти конкурсы в ВКонтакте, как раз именно этот конкурс. Всегда интересовало, как проходит организация. Мало того, что там же на самом-то деле 1000 работ. То есть это среди этих 1000 работ нужно еще постараться кого-то отобрать, как-то кого-то заметить. Ты же ничего специально не делал для того, чтобы тебя выбрали. То есть это по факту чисто твой талант, чисто вот твои работы.
Да. И вот вообще я и людям, которые вот собираются на выставки, либо еще не ходили, рекомендую ходить на групповые выставки. Это, ну, на мой взгляд, это интереснее, когда группа художников, ну, это ассортимент, назовем так, творчество. Тебе может один художник не понравиться, другой там зацепит. И вот в Ирарте это же, ну, представляешь, это вот концентрат через вот эти моменты, через эти хэштеги, да, то есть со всей страны люди присылают свои работы. И то, что я видел своими глазами вот в 2020 году на этой выставке, она называлась «Я обо мне про меня». Вот. И тема, собственно, нужно было представить ту работу, которая отражает каким-то образом тебя, твое восприятие. Марта, иди отсюда, иди. Пиши. Вот. И те работы, которые я увидел, они настолько классные были. Вот, действительно, отобрано все самое лучшее. И там столько смыслов в этих работах, столько вот так передано, такими средствами показаны такие вещи, которые ты, ну, как говорится, знаешь, вот как собака там, понимаешь, сказать не можешь. А тут вот художник взял и это все сказал. И вот в прошлом году, который был там тоже, вот у нас из Краснодарских Аня Орехова ездила туда, и у меня не получилось. Аня была, и вот она фотографии присылала. То есть те картины, которые там были, ну это супер просто, вот, не знаю, классно. Художники, вот, действительно они смогли выбрать лучших. Удивительная история, на самом деле, про музей тоже. Очень круто, что есть, в принципе, место в России, где можно посмотреть на такие работы. Наших мастеров я ценю очень высоко, вообще, в принципе, мастеров всех я ценю очень высоко. Если, особенно современное искусство современному рознь, некоторые я тоже не понимаю, откровенно говоря. Да, да. Но я знаю, если что... современное искусство, то вот такое. Да, да, да. Но я знаю, что вот как раз то, про что ты говоришь, это хорошее современное искусство, которое... Это качественное, да. Да. Прям вот хорошее. Да. Хорошо, что есть места, где это можно увидеть. И плохо, что есть люди, которые ленятся прийти и это увидеть. Но с этим, кстати, что... да, с этим тоже есть у нас проблемы. Есть у нас проблемы, да. Это как-то развоспитано это дело. Вот, мне кажется, раньше это было воспитано, потом куда-то пропало. То есть нам привили культуру посещения каких-то других мест, нежели учреждения культуры и выставки. Причем, когда и мне удается вот из своих знакомых, друзей кого-то вытащить все-таки, вот прям за уши вытащить, привезти на выставку, пойдем... Они вот, не было другого случая, нежели вот эмоция восторг. Ой, как классно, почему ж я раньше? Вот что ж ты раньше меня там не брал, что ты не звал? Ну, такое вот. Ну, как и с театром, в принципе. Театр, ой, да ну это ж там, не знаю, для ботанов. Вот. Пойдем посмотришь, вытащил. Ой, как классно, слушай, я же эти вот цитаты, я все где-то слышал там с детства. Да, я это где-то видел, я это где-то слышал, а тут уже вот. Да. Мне кажется, что да, у нас эта культура немножечко потерялась. Я некоторое время жила в Италии, непосредственно в Риме, и все местное население, вот с кем я общалась, они обязательно ходили по музеям. То есть не было там людей таких, которые бы не ходили по музеям, особенно в театр все очень любили ходить и любят ходить. И там как-то это культивируется, то есть у них проходят... под открытым небом какие-то представления, не только кинотеатр идет, под открытым небом выставки, фестивали картин, фестивали скульптур, фестивали, ну, вот всего, всего-всего-всего. И люди приучаются с маленького возраста, потому что родители туда едут, потому что там тусовка собирается, потому что все туда едут, дети с ними ездят. Самое главное, что с детства у человека есть опыт. То есть он там уже был, он знает эти ступеньки, как по ним шагать.
У нас многие люди, ну, с детства не приучены. Почему вот в советском школьном образовании присутствовал момент хождения по выставкам, по представлениям каким-то, вот, чтобы, ну, ноги были, мышечная память, так сказать, выработана была уже в эту сторону. Да, чтобы немножко приучить, чтобы он не пугался. Вот, потому что, ну, я помню, я вообще в театр первый раз попал, вот, будучи солдатом, служил когда в армии, вот. Нас командир, он подарил просто два билета на суперспектакль, я считаю, это в Ростове ставится «Гамлет», вот такой интерактивный, когда зрители прям, ну, участвуют в самом спектакле. Вот. И я так тоже, ну, даже как-то боялся, ну, театр, сейчас приду, там, нет, Николай II там будет сидеть, короче, со свитой, там, все вот эти вот вельможи, что это такое, вот, ну, было, да, я признаюсь, вот. Ну, потом, когда этот опыт случился, все, я уже, как бы, не было в моей жизни года такого, чтобы я не посещал театр. Это очень круто. Ты знаешь, для меня было искренним, очень большим удивлением то, что не все в школе ходили в театры, в какие-то походы, в музей, в зоопарк мы часто ездили в детстве. И когда я с кем-нибудь говорю, из сверстников, тем, кто помладше, говорю, а мы там все детство ездили туда-то, мы все детство ездили туда-то. На меня смотрят, говорят, мы никуда не ездили, у нас это не было принято. Всегда некий шок и ужас, как это может быть, как такое могло произойти. Мне казалось, что это прям обязательная школьная программа. Ну, тут надо, конечно, сделать сноску, что я вырос в городке с населением там 50-60 тысяч человек, вот, и собственного театра здесь нет вообще, как бы, и вот, ну, это, наверное, проблема таких провинциальных городков. Вот. Ну, потом же наступает период там студенчества, какой-то взрослой жизни, и люди как-то, видимо, попадают в какое-то колесо белки, вот, что уже мы здесь, уже там нам ничего не надо, это не для нас, и такие вещи просто, то, что я слышал. Вплоть до того, что там, не знаю, театр, это там какие-то гомосексуалисты, вот, и все, больше там никого нет. Да, такое тоже слышал. Я говорю, ну, а ты сам-то видел? Нет, и что этого пойду там вот так? Это как, ну, художники, внеземные люди, которые живут отдельно, скульпторы в мастерских сидят. Ну, да, это у них свои миры, короче говоря. Да, а мы, да, не знаю, будем арматуру перекусывать зубами, либо там пиво пить. Вот. Кстати, такой еще у меня вопрос. Тебе, извини, перебила, не перебиваю, слушаю. Не, ничего там не важно. Не-не, я тебя слушаю, все, там ничего важного не было. У тебя есть какой-нибудь, точнее, даже не так, какой твой любимый этап работы? Ну, конечно, патинирование. Ну, то есть, когда работа уже готова, прошел, ну, то есть... Самое нелюбимое – это пескоструйная обработка. Ну, чтобы ты понимала, это под высоким давлением. Песок вылетает, в общем, отколупывает всякую грязь, там, старую краску, вот, ну, с готовой работы. Это самое нелюбимое. После пескоструйной обработки идет там грунтование, потом покраска и финишное патинирование. То есть, когда ты, ну, то есть, перед тобой черная какая-то скульптура, железяка, и я работаю кузнечной патиной, вот эти цвета все, это через кузнечную патину, потому что она абсолютно атмосферостойкая, не выгорает, и для уличной скульптуры это самый подходящий материал. А окраску я всегда провожу автомобильными красками, потому что они тоже очень эластичные, очень атмосферостойкие, долговечные. И вот когда идет процесс патинирования, ты понимаешь, что она вот уже, как говорится, металл оживал, пока ты его там компоновал в скульптуру, а здесь уже готовая работа, она, как говорится, душу обретает, она начинает играть. Вот крайний морской конек, я которого создавал, он был, ну, черный, как-то непонятный даже был. Я выбрал для него цвет,
И вот начал с хвоста. И я понимаю, он как вот каким-то волшебным образом, конечно, как, чуть ли не вот звездочками так вот раз, ты потянируешь выше, и такие вот звездочки как будто переливаются, и он начинает прям гореть, и в конце концов, когда уже весь готов, он уже улыбается. Это здорово. Я на готовую работу, если время позволяет, ну как вот с морским коньком было, я закончил где-то часов в 5 вечера, и я поставил стул, и до самого заката я сидел и на него смотрел. Вот этот момент мне больше всего нравится. Это вот сесть и на готовую работу смотреть. Это у меня прям залипалово такое, часовое. Это на самом деле восхитительно, когда у тебя работы долгие. Конечно, ты будешь на них любоваться уже в финале, когда они готовы. Конечно, они будут вызывать все эти эмоции. То есть сколько сил вложено. Это круто. Это круто, когда такое происходит. Это здорово. Знаешь, ты такой весь сидишь уставший, замученный, там какие-то ожоги там от работы. Ну, это у меня без этого не бывает. То есть пальцы снаружи. Меня даже как-то спросили в магазине, а что это у вас? Ну, тут продавец посмотрел, ну, думала, как, знаешь, какая-нибудь там оспа или сыпь. Ну, то есть вот эти вот мелкие, ну, когда от сваркой работаешь, искорки такие мелкие отлетают, они и перчатки прожигают. И вот они прожигают перчатки, и на внешней стороне ладони, вот когда активно работаю, много вот таких мелких ожогов. И это выглядит вот, ну, как какая-то болезнь, может быть, вот, ну, для людей, которые не знают. И вот мне продавщица в магните спросила, как бы, а что это у вас там с руками? Не занесете вы беду какую-нибудь там на кассу? Ну и вот, говорю, вот с этим всем сидишь там грязный, чумазый, закончил вот и на стуле вот рассматриваешь, так, вот здесь классно получилось, а вот здесь, наверное, все-таки надо бы поправить, ну ладно, лучший враг хорошего, оставим, как бы, ну такие вот размышления, ну и общую картину, конечно, когда видишь, и особенно, когда прям получилось и тебе нравится, ну такое умиление происходит прям. Удовольствие я это назову. Это самый настоящий творческий кайф, мне кажется, когда ты видишь это все. Скажи, а ты работаешь чисто для себя или ты в коммерцию тоже что-то делаешь? То есть к тебе обращаются? Знаешь, у меня был период вот в 2019 году, вот много было, стало поступать заказов. И были заказы такие легкие, которые прям, не знаю, нормально исполнялись. А были тяжелые. Вот. Бывало люди тяжелые, но заказчики мозг выносят. Знаешь, когда вот есть такая история. Вот это не так, а это вот здесь поправьте, а это не из того, а вот из этого. Вот одно. А есть просто само по себе. Вот, ну, не идет работа как-то, и все. У меня было такие одни часы, я делал прям... Я их сделал, отдал и все, сказал, блин, все, больше в жизни, наверное, заказы брать не буду. Ну, вот сами по себе почему-то тяжело шли и все. И, ну, что хочу сказать, ну, как бы мне есть чем зарабатывать пока. Попробовав коммерцию, именно вот коммерцию в каком плане, заказы. Вот заказы я понял, что мне, ну, тяжеловато даются. А если... Продается уже готовое изделие, вот это вот нормально. Вот я сейчас в этом состоянии пребываю. То есть я делаю то, что мне интересно, что мне нравится. Я знаю, что нужно делать и что будет продаваться. Это вот, ну, предметы, в моем случае это предметы мебели, часы. Вот. Это то, что вот, ну, как говорится, у меня два стола, они довольно-таки дорогие, но они оба. Вот я сделал, выложил фотографию, купили. Второй сделал, выложил фото, купили. Вот. Но, ну, вот мне не хочется вот, на этом остановиться. Я попробовал, вот один вариант стола мне пришел, как бы я его сделал. Другой вариант было интересно сделать, сделал, вот, купили. И все, вот зацикливаться, как говорится, переходить в мебельщика не хочется. Вот. Хотя знаю, да, что если я буду это делать, ну, то есть людям легче отдать деньги за практичные штуковины. То есть, которые можно еще использовать в быту. Которые они понимают, как можно использовать. Да, да. Вот. А так вот, ну, мне нравится скульптура. Вот. Ну, я кайфую от скульптуры. Я ее делаю, ну,
оказывается, не зная, что ее и понимая, что ее могут сразу не купить, может быть, даже и не купят, да, ну, не хочу так рассматривать. Вот. Потому что интерес есть, но это такая, например, конь, да, честно рассмотрим, ну, кому из частных лиц нужна скульптура коня? Вот. Это, наверное, больше такая муниципальная история, там, где-то города, скверы, вот, потому что частные руки, ну, спроси себя, да, ну, я, например, захотел бы я купить коня такого себе, ну, вот, ну, нафиг мне, нужен дома. Я с тобой не соглашусь, я с тобой не соглашусь. Мы же судим со своей точки зрения. Ну, со своей точки зрения, да. Мы частенько со своей точки зрения можем не воспринимать свое творчество как то, что можно где-то поставить. То есть как то, что кто-то может захотеть взять, купить, поставить у себя или где-то разместить. Это нормальное явление, люди разные, абсолютно разные. И поверь мне, как раз-таки на твоего коня спрос может быть очень большой. Просто нужно, во-первых, не думать о нем так, как будто все этот конь скакал свое, и он может только стоять на одном месте и красоваться. Во-вторых, просто подождать и дать ему время. Потому что я знаю людей... Я когда работала в лесном хозяйстве, я ездила часто по домам. Ну, точнее, не по домам, по участкам. Поверь, чего я только не видела на этих участках, каких размеров, каких форматов. Вообще были... порой такие монументальные вещи, которые я искренне считала, что должны быть достоянием города, музея или вот чего-то такого. Возможно, да. А, понимаешь, вот ты говоришь, чтобы не думать о нем так, у меня, как это называют, да, привязка к нему, трос, да, такой вот ментальный трос к этому коню. Это, ну, как бы титульная моя работа, и он фаворит любой выставки. То есть я, не знаю, если будет предложение там о покупке, да, и я обрадуюсь или расстроюсь, вот я часто себя спрашиваю. Потому что, ну, через него, как говорится, максимальное восприятие меня идет, то есть как мастера. То есть, ну, покажи свою лучшую работу. Вот, пожалуйста, конь. Посмотрели, как бы, и там можно увидеть, ну, что я могу. Вот. И зритель, ну, то есть на любой выставке он, конечно, работает на меня. Вот. Поэтому нисколько я не переживаю, не расстраиваюсь там, тому, что он не продается. Его бы давно купили за какие-то вот те деньги, которые мне предлагали. Вот. Ну, изначально я вообще там космически завысил его стоимость первый год. Прям вот назвал такую сумму, ну, что если уж дадут такую сумму, то тут как бы не огорчаться, а идти дом покупать. Именно с той целью, чтобы не очень-то его и купили. Сейчас как бы подостыл уже как бы насмотрелся, наигрался. Вот, возможно, уже как бы и на более скромные предложения согласился. Вот. Но нисколько не волнуюсь насчет того, что он до сих пор у меня. Самое главное, что он тебе приносит эмоции, и что он тебя радует. Это самое главное. Любое творчество, да, мы делаем, конечно, и на отклик, но есть у каждого творца что-то такое свое, что он холит, лелеет, хранит где-то вот здесь глубоко в сердечке своем. Есть это. Да, ну, о коне я уже рассказал историю, да, это не может быть недорогой вещью для меня. Ты имеешь полное право ставить абсолютно любой ценник на работу. Это тоже... Цена на работу же никогда на творчество. Никогда нет определенного ценника. Она же всегда по факту, сколько ты сил затратил, что она для тебя значит, какие эмоции испытывает. Так что хорошо, что ты это понимаешь. И хорошо, что ты поставил в тот момент космический, как ты говоришь, ценник. Значит, не... думаю, что с теми эмоциями, которые вызывают, не космический. А ты понимаешь, я и думал, вот думаю, именно в таком направлении, ну что было бы, если бы тогда даже за ту цену у меня его купили?
То есть вот в начале эфира ты сказала, что вот за 4 года у тебя такие успехи. Но эти же успехи не благодаря моей физиономии, а благодаря моим работам. И конь тут сработал, не знаю, наверное, на 60%. Вот. Ну так конь — это твоя душа. Да. То есть это... Можно так сказать. Он не он сработал, а твоя душа сработала, просто потому что ты ее показал. Так что... Да. Да. Ну, поэтому... Вот как оно происходит, что происходит, ну, вообще в моей жизни касаемо момента творчества и коннекта с миром вообще и с людьми, я настолько доволен тем, что есть, что вот эти вот, когда меня начинают спрашивать, что ты там продал, что не продал, я регулярно что-то продаю, но... как говорится, втыкаться в момент так, там, неделю не продал, все, я ничтожество. Нет, этого нет и не будет. Вот. Потому что даже вот то, что для других, может быть, не является ценностью, для меня является очень важным, это о чем говорил, это люди, это их эмоции, это вот очень для меня значимо. Я этим доволен. Уже только этим доволен и сыт. Ты знаешь, для меня вопрос коммерции, он всегда тоже такой двоякий. С одной стороны, я коммерческий иллюстратор, и, по идее, свои иллюстрации я продаю. С другой стороны, есть ряд работ, которые я бы не хотела никому никогда никак отдавать. С третьей стороны, есть момент общения с заказчиком и работы с заказчиком. Не все заказчики подходят хорошо, не все люди просто, в принципе, приятны друг другу. Бывает такое, что-то животное проскакивает между нами. Особенно на первых порах было очень-очень сложно фильтровать людей. Это сейчас-то я большая умная научилась говорить «нет». В случае чего я работать с вами не буду. А на старте я не умела этого говорить, почему-то стеснялась, боялась, и, видимо, какие-то маячки внутренние работали. И у меня тоже такое двоякое отношение к коммерции. С одной стороны, ты вроде бы делаешь хорошее дело, когда делаешь заказ, помогаешь человеку визуализировать какую-то свою идею, мечту, желание. С другой стороны, для меня это как... Вот, ну, как кусок своего творчества, кусок себя взять, продать, как такое вот творчество легкого поведения получается. Так что у меня тоже вот такое двоякое к этому отношение. Ну, вот живем коммерческим иллюстратором. Ну, я это отрабатываю временем. То есть новую работу просто придерживаю, там пару месяцев наигрался, все, как бы отпустил. Сразу не могу, да, вот некоторые вещи, некоторые легко как бы готов отдать, а некоторые прям вот чувствую, что жаба такая вот не отпускает. Ну, поставил, наигрался, как бы, ну, разные временные промежутки, но потом проходит, потом уже готов. У меня есть до сих пор одна работа, которую я прямо локти кусаю, когда о ней вспоминаю. Ко мне обратились молодые люди, им нужна была коробка для игры. Им нужно было на коробку для игры разместить лицо. Я недолго думаю... Мужское лицо. Я почему-то всегда на уровне подсознания, сознания, не знаю чего там комплексного этого всего, рисую мужа. А тут я решила взять его как живой референс. Я его прямо посадила перед собой, говорю, кривляйся. Мне там нужно было, чтобы он покривлялся. Говорю, кривляйся. Он сидел, кривлялся. Я это все перенесла на рисунок, отправила туда. Там согласовали, конечно же, в восторге были, потому что я ж все-таки мужа рисую. Ну, как я могу его плохо нарисовать? И когда я увидела, что эту коробку просто начали менять, то есть там где-то что-то перекрашивать, где-то какие-то линии двигать, где-то что-то видоизменять. А я тогда была совсем зелененькая и неумная, я не знала, что без прописанного в договоре, что заказчик имеет право менять что-либо, он имеет право менять. Я тогда этого не знала. Как же мне было больно от этой работы. То есть я понимаю, что
она не стоила тех денег, которые я за нее получила, она стоила значительно больше, и вот с таким отношением это прямо боль, боль сердечная, которую я до сих пор не могу спокойно пережить. Так что да. Да-да-да, это абсолютно я тебя понимаю. У меня был такой момент в арт-центре «Бронзовая лошадь», там проходило мероприятие винное, то есть с вином. И вот организатор мероприятия, она говорит: «Ой, мы там ваши скульптуры, классно, все здорово». У меня Iron Man на тот момент там стоял, то есть, чтобы понимание было, да, Iron Man, он вообще посвящен трейл-раннерам, ну, то есть горные дистанции беговые, и именно последним километрам, то есть когда человек бежит там 60 километров, и вот, ну, представим себе там 58-й километр, когда у него уже там мышцы, то есть, опять отсылка, все картины, все там иллюстрации бегунов, как ты их помнишь себе, это старт. То есть вот этот рывок со старта, там экспрессии столько, он такой весь, сам скорость. Вот. Но никто не изображает этих же бегунов перед финишем, вот за несколько там моментов. То есть сам финиш там он еще рвет уже из последних сил. А вот то, что происходит за полчаса до этого, нигде на картинах не показано. Ну, потому что эта картина другая совсем. Там уже нет скорости, особенно когда ты бежишь вверх в гору и столько километров, там уже мышцы забиты, внутренние органы болят, все болит. Вот, ну, по себе знаю, что это вот боль просто стопроцентная. Но ты уже на волевых, как говорится, на морально-волевых вывозишь. И вот именно вот этот момент я в этой скульптуре и постарался отразить. И люди отметили, что получилось. Я так считаю. Вот. И про винное мероприятие. Вот организатор говорит: значит, мы вот в вашей скульптуре, вот этот железный человек, мы ему в руку бокал вина туда пришнуруем, короче, вот он будет с бокалом вина. Я сначала вот, ну, как бы не, ну, сквозь уши прошло это, а потом так остановился, такой думаю, ну, какое нахрен вино вот, ну, ему? Ну, то есть это, короче говоря, никак не может быть. Да, я понимаю, что с бокалом вина он бы побежал к финишной черте. Ну, то есть, как бы, да, там борьба, там эта скульптура говорит о силе воли, там во всем таком, ну никак не о вине. И вот этот бокал вина, он только опошлит все, конечно. Поэтому отказал в этой идее. Именно поэтому у нас в стране, слава богу, есть закон, который защищает сохранность первоначальной авторской мысли. Я, если честно, была в восторге, когда узнала о нем. То есть работа не может быть изменена без воли автора, если нет другого какого-то письменного подтверждения или если право исключительно на работу не было передано. Так что спасибо за этот закон. Спасибо за закон, да, и вообще ну, я думаю, что художники должны себя уважать и не делать каких-то моментов. То, что вот с Iron Man у меня было коммерческое предложение, то есть на покупку этой скульптуры, но его нужно было переделать в футболиста. То есть ему, значит, перед ногами нужно было сделать железный мяч, и что якобы он уже не бегун, а вот футболистом, который вот через минуту будет пинать мяч. Вот, я тоже отказался, как бы, потому что, ну, нет. Не то. Сделать футболиста не вопрос, как бы, когда придет, а здесь про другое, как бы. Вот. Я не знала, что скульпторы тоже сталкиваются с вот этими проблемами. Точнее, я предполагала, что они есть, предполагала, но не ожидала, что они прямо настолько повсеместны, оказывается. Ну, я разговаривал вот недавно, ходил в поход, тут 5 дней вот есть чудесная организация Культ Маунт, краснодарские ребята, они водят походы, и подобрался такой коллектив, как говорится, уникальных людей. Мы шли 5 дней по Малой Лабе, и вот разговаривал с человеком, который, ну, непосредственно
касался установки скульптур в городе Краснодаре. И вот он рассказывал этот момент, как это происходит, как зритель реагирует, да, на смелые какие-то решения. Я вообще очень рад, когда завидую тем городам, в которых есть люди, имеющие в себе мужество на принятие каких-то смелых новаторских решений и идей, на установку тех же, как говорится, предметов современного искусства в городах, потому что отклик у населения совершенно непредсказуем. А предсказуем лишь в том, что огромный шквал ворчания просто начинается. Вот, это не то, это не так, это что такое, и мой ребенок это так же сделает. Ну, такие вот моменты. Вот. И я вот послушал его, как это все происходило. Ну, это же на самом деле жесткая жесть. Вот. Пройти через это, то есть, принять это решение, найти авторов, установить и потом получить, короче, за все эти труды такое вознаграждение от граждан в виде там, что вы курите. Да. Я прекрасно могу это все понять. Очень живо представляю на самом деле. И это печально. Но, наверное, это когда-то поменяется же. Как-то более уважительно же начнется. Знаете, еще какой момент есть? У Пелевина мне попалось, что говорит, со времен Петра Первого у нас русские люди, русские художники, они, говорит, обязаны за одобрением в Европу ездить. То есть пока тебя там по голове не погладят, тут ты нахрен никому не нужен. Вот. И вот этот момент, он почему-то в больших эшелонах, в высоких эшелонах власти он имеет место. Вот. То есть, когда ты там в Риме там похваленный, тогда ты здесь, короче говоря, востребован. А это связано с тем, что нет собственной культуры восприятия, наверное, у чиновников. Ибо с чем я столкнулся? А вы, говорит, являетесь членом Союза художников России? Я говорю, нет, зачем мне это? Ну вот да, а как вот ваша работа? То есть он готов купить, но он боится лохануться. Потому что если ты член Союза художников России, значит, ты метрами одобрен. Значит, ты чего-то стоишь уже, потому что ты там состоишь. И я покупаю у члена художников России, значит, я не лох. Вот. Да, то есть некоторые так и здесь. Мы поставили в городе памятник автором которого является человек, который там пил чай с Елизаветой, английской королевой, и все, вопросы сразу отпали. То есть мы не лохи, кого попало, тут не ставим. Вот. А если это человек только в России чем-то там отмечен, вот, то это такой вопрос спорный. Как мы будем доказывать свое решение, чем мы подтверждать будем? Вот такая вот история. Это есть, это на самом деле, ну, если не ужасно, то очень печально и очень стрёмно для чиновников. На самом деле, когда-нибудь это, наверное, отпустит ситуация, потому что творчество не имеет как таковой стоимости, оно воспринимается исключительно сердцем и теми эмоциями, которые вызывают в глазах смотрящего. Я, с другой стороны, понимаю, что да, люди ищут какое-то подтверждение. У нас это не только с творчеством связано, нужна вот эта вот какая-то штампик, что одобрен этот человек. Да-да-да-да-да. Что все друг друга боятся, типа, а ты нормальный, вот, я одобрен. Я в разговоре с художниками услышал такой момент. Говорит, а вот у меня сейчас переговоры, у меня вот тот-то, значит, какой-то бизнесмен крупный, вроде как собирается купить работу. Если он купит мою работу, то это будет уже прецедент, короче говоря. Ну, опять же, и говорит о том, что его друзья, которые рангом пониже, либо его там воздыхатели, там фанаты, они поймут, что там, не знаю, там Петр Великий купил у него работу, значит,
это круто, короче, раз он у себя дома повесил, значит, если мы повесим, то мы тоже будем, короче, молодцами. Никто нас не поругает, не скажет, что это мазня. Вот такая история. Ну, это я считаю, что это комплексы, наверное, какие-то. Это вот все-таки какие-то комплексы внутренние у людей, которые, ну, духовный мир их не настолько богат, чтобы через собственные чувства что-то переживать. А они вот, ну, за кем-то идут постоянно, вот на кого-то оглядываются и только так готовы вот реализовываться. Ну, я имею в виду о покупателях таких. Я думаю, что это из-за каких-то все-таки, да, внутренних комплексов, конечно, и из-за страха признать то, что тебе может что-то нравиться, что не подтверждено, что нельзя на кого-то сослаться, что «а, это на самом деле хорошая штука». Эта штука вот у тех и у тех есть. Да-да-да. Да. Когда-нибудь будем ждать. Ну, на самом деле, мы развиваемся очень быстро, и я думаю, что не в таком уж далеком будущем нас ожидают хорошие перемены. Может быть, не в плане, конечно, государства именно в целом, потому что вся вот эта махина, которая является нашей страной, она медленно развивается. Хотя, с другой стороны, все действия недавние показывают, что быстро. Ну, опять-таки, посмотрим. Быстро, если необходимость появляется, если, вернее, даже не необходимость появляется, если отпускаются рычаги этих вот тормозов. То есть у нас... по сельскому своему хозяйству, я знаю, что у нас было как-то такой диалог с властью, и там один смелый человек сказал, говорит, не надо нам помогать, вы, говорит, оставьте нас в покое просто, не надо, говорит, никакой помощи от вас, никакой абсолютно, просто не трогайте нас, и все, дайте нам работу. Вот, потому что, ну, столько препон вот этих от всех структур, там, ну, вот в моем случае там ветеринары, там и прочие, там Роспотребнадзор, там каких только структур нет, которые сами люди, вот, которые там работают, они понимают, что я не заинтересован в производстве некачественного товара, потому что, ну, мои покупатели — это не очень широкий круг лиц. И если я там накосячу, то я получу тут же по голове, грубо говоря, рублем. Вот. И они это понимают. Но законы такие, что мама дорогая. Ой, не будем об этом. Да, я сразу начала перекладывать то, от чего я бежала в лесном хозяйстве, собственно. Самое забавное, что когда я ушла, там тоже стало сейчас поспокойнее немного. То есть не то, что поспокойнее, поадекватнее, вот так скажу. Нет, я говорю, вот эти вот моменты, все, что касается контролирующих органов, это все держится на личном сознании людей, которые там работают. То есть, если туда придут роботы, то людям хана, короче говоря. Потому что только от того, что сами сотрудники понимают абсурдность этих вот законов, мы еще можем работать. Да. Спасибо им, что они имеют стальные нервы. Ты знаешь, у нас с тобой настолько увлекательная беседа, что я очень не хочу говорить, что она идет уже практически 2 часа. Практически 2 часа, да. Мы вот буквально через 8 минут на 3-й час пойдем. Я не очень хотела бы ее сейчас прерывать, но мне кажется, что наши зрители... Вот, не готовы, да. Ребята, вы герои, я вижу, что вы там на месте, вы... Есть, вот. Я просто не вижу, да, кто там смотрит. Есть вообще зрители? Да, они есть, они смотрят. И вот я смотрю, спасибо, там циферка большое. Не меняется. Я не вижу, какая циферка. Мне со зрением не очень хорошо с такого расстояния. Но циферка не... Черточки не добавляются, скажем так. Давай с тобой тогда... точнее, ты продемонстрируешь нам магию своей работы. Как раз висящий. Так, вот я думаю, оставить так телефон или поднести к работе. Ладно, я поднесу его все-таки. Надеюсь, ничего не случится. Так. Ребята, сейчас будет настоящая магия. Я вчера, кстати, видела одним глазком чуть-чуть. Была впечатлена. Угу. Начинаем. Господи. Что произошло? Лампы две сбоку щелкнули красиво. Просто у меня потемнел экран, поэтому... Так, ладно.
И у нас все видно, видно. Оно все светится. С ума сойти. Вот интересно. И еще и подсветка. Я не вижу, что я показываю, потому что у меня черный экран. Ну, вот так это работает. Слушай, а у тебя тут звезда красивая выходит. За счет света как раз. Так. Ну, черный экран, я ничего не вижу. Мы видим. Может, ты просто отпало видео немного? Сейчас, друзья, маленькие технеполадки, ну, собственно, на прямых эфирах, как может быть иначе? На прямых эфирах всегда что-нибудь такое происходит. Вот, наконец-то. Вот сейчас вижу сюда. Ну, собственно, продемонстрировали в обратном порядке, это вот так выглядит. Слушай, это потрясающе. Потрясающая работа, она при свете открывается. У меня, я же сейчас сидела, пока ты выключался обратно с открытой челюстью. Она раскрывается по-другому. Она более утонченно нежная, что ли, становится. Удивительно. Да, все-таки в конце эфира что-то и произошло. У меня отключилась гарнитура, как-то не могу включить. Слышно меня более-менее? Да, тебя слышно, все в порядке. Наверное, она просто села, не выдержала. Ну, что, это говорит о том, что уже вот техника не выдерживает, наверное, нашей всякой разной болтовни. Спасибо тебе огромное, что ты пришел, так долго побеседовал, рассказал. Если будет желание, приходи снова, с удовольствием с тобой побеседуем. Работы твои потрясающие. Надеюсь, тебе не будут попадаться люди, которые будут хотеть их корректировать. И будут попадаться только истинные ценители. О! Это автопортрет? Что могу сказать? Мне понравилось, мне было легко общаться. И это новый опыт был. И он классный. Спасибо тебе за приглашение. Вот. Все было очень здорово. Поэтому два часа, я понимаю, что 2 часа эфира, это, в принципе, ни о чем. Вот, можно брать и 4. Вот, главное, стул помягче. Ну, у тебя, я смотрю, что диванчик нормально. Я специально на диване всегда сижу, потому что был эфир 3-часовой, когда я поняла, что без дивана вообще никак. Да. Я понял, что это будет час и полтора, когда, ну, однозначно принял решение, вот я во дворе у себя сижу, вот, на улице, как бы, и хорошо, как бы, комфортно, и домашним своим не мешаю, потому что занять какую-то комнату, вот, кто-нибудь-то и помешает. Вот, а здесь все так комфортно, уютно прошло у нас. Вот, спасибо всем, кто 2 часа выдержал. Это немало. Вот, я понимаю, что мы с тобой болтаем, а со стороны на это смотреть, это вот, ну, как бы другое. О, кстати, тут был вопрос задан от человека, который будет смотреть в записи. И он очень-очень просил задать вопрос. Мне сейчас напомнили в комментариях. Ты никогда не пытался делать терминатора, а точнее его руку? Ну, это я уже говорил. Я терминатора отнесу туда же, вот, к чужим, к хищникам. Они, в принципе, из одного временного промежутка. И, ну, посыл примерно такой же. Хоть терминатор, он вроде бы как положительный в одном из фильмов герой. Но, тем не менее, как-то вот не очень интересно. Можно было бы. Это довольно-таки легко. То есть передать вот это вот эмоцию, I'll be back, вот, там, ну, не сложно, вот. Однако это не вызов моему творчеству создать терминатора. Мог бы, да неохота, вот так, так скажем. Все, Саша, ты когда будешь смотреть? Я вспомнила о тебе. Это серьезно. Спасибо за вопрос. Надеюсь, ну, я как бы честно отвечал, да.
Вот. Может быть, он не соответствует ожиданиям ответ, но тем не менее. Так это и круто. Серьезно, круто, когда не соответствует ожиданиям, еще лучше. Спасибо еще раз тебе огромнейшее, просто огромное-преогромное. Ребята, у нас сегодня в гостях был замечательный, просто супер скульптор с супер шикарными работами. Заходите к Алексею во ВКонтакте. Группа «Я прикреплю». Алексей Кашанов, либо Панкрат ТМ. Я ссылку прикреплю в описании под видео, так что заходите, смотрите, комментируйте, общайтесь. Я думаю, это очень-очень интересно будет. Кеш, мне на самом деле было очень классно, здорово и весело местами общаться. Это вот положительная эмоция и хороший сон сегодня обеспечен. Я рада. Спасибо. Все, ребятки, мы с вами прощаемся. Я сейчас буду учиться здесь выключать все это. Пока-пока, друзья. Так. Попробуй отключить ты. Вот, все, я здесь отключила. Еще раз тебе огромное спасибо.